Президент Армении с рабочим визитом в Грузии на двусторонней встрече Серж Саргсян и Георгий Маргвелашвили обсудили двустороннее сотрудничество, причем в этот раз уделили внимание нетрадиционному для стран партнерству. У нас существует большой потенциал в сфере развития туризма. Рост количества туристов в последнее время можно только приветствовать. У нашего сотрудничества в этом направлении есть большие перспективы. А президент Армении сделал акцент на разных внешнеполитических векторах двух стран. Серж Саргсян заявил, что стремление Грузии в Евросоюз и членство Армении в Евразийском союзе не помешают более тесному сотрудничеству. У наших стран разные внешнеполитические векторы, но это никак не мешает нашим связям. Более того, я уверен, что это открывает нам новые возможности, новые перспективы сотрудничества, особенно в сфере экономики. В ходе двухдневного визита Серж Саргсян встретится также с председателем парламента Грузии, премьер-министром и примет участие в переосвящении собора Сурб-Киворг.